кисть, красная краска, последние штрихи, звезды на боевой машине – необходимый атрибут. Этот самолет сконструировали и построили ученики Лесногородской школы. Хорошая краска, хорошее настроение, кисти, трафареты – мы все делаем очень быстро, все сохнет. Я думаю, к 9 мая этот самолет уже будет полностью создан. И этот макет самолета мы подвесим на самой высокой высоте нашей школы, в холле первого этажа. То есть он будет украшать наше здание Лесногородской школы. Трудились над созданием макета самолета в течение последних месяцев. И вот результат. Пусть он никогда не взмоет в небо, но купол здания школы к 9 мая украсит. Еще один подарок для всего ученического сообщества подготовил окружной депутат Вячеслав Киреев. Он передал в дар бюст маршала Победы. Бюст маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который на сегодняшний день установлен в холле на парадном входе, где наши флаги, где наша символика страны и округа. В последующем, конечно, мы этот бюст будем устанавливать в школьном музее, где у нас есть уголок Георгия Константиновича. Школа перешла на новый режим работы, но это не мешает подготовке к празднику. Ежедневно ученики школы читают стихи, поют песни о войне, вспоминают своих прадедов. И все это в режиме онлайн. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».